Итак, всем привет, с вами Хроники Nissan Murano. И у нас вот такой возник интересный небольшой спор вот между водителями нашим СНТ. Дело в том, что у нас недавно подсыпали дорогу щебнем, и не все машины могут через этот щебень проехать. Вот сейчас мы с Мурлыкой будем форсировать препятствия. Итак, первая кучка вот перед нами сейчас будет. Внимание! После поворота вот направо, вот она. Вот такой вот щебень. Просто его решили не разравнивать, а вот так вот горками оставить. Итак, едем, смотрим. Все хорошо, проехала. Мурочка молодец, едем дальше. Это еще не все. Препятствия будут продолжаться на нашем пути встречаться. Так, 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 так. Вот вторая такая вот горочка. Небольшая. Тут легковушка черкает днищем по щебню, но мы проходим легко. И, в общем-то, Nissan Murano Z50 здесь себя очень хорошо показывает. Как вы видите, мы здесь едем в основном на противотуманках и габаритах, кстати, которые были на те самые фары на CSP-диодах, о каких мы рассказывали вот видео на YouTube-канале «Мир вокруг Трилобита». Можете посмотреть, кому интересно, о наших фарах. Но, кстати, даже по такой вот затемненной улице, да, без излишества в уличном освещении, можем вполне себе так вот комфортно передвигаться. Конечно, это такой экстремальный способ. Вот, лучше оптику использовать ту, которая необходима, то есть включить ближний свет фар. А вот перед нами еще несколько препятствий в виде таких вот горок с щебнем. Мы сейчас продолжим по ним проезжать, ну вот, чтобы быть максимально честными и сами, уважаемые зрители, подписчики, со своими вот соседями по СНТ, кто утверждал, что на машине по таким вот насыпям проехать весьма и весьма сложно. Итак, все готовы к продолжению? Все, вот вам свет, ближний свет фар, не дальний. Итак, наше приключение будет продолжено. Вот так вот наша отремонтированная дорога СНТ-шная выглядит. Вот видно следы свежие. Кстати, ее на момент прокатки вот только-только, что называется, подсыпали. То есть щебень еще не укатан. Здесь тоже вот такое большое получилось по площади места. Итак, мы хорошо проезжаем, не чиркаем. Все замечательно. Вот дальше такая дорога в небольших ямках, но это уже для нашей Мурлыки не проблема. Все, вот так вот Nissan Murano Z50 против подсыпки из крупного щебня. Испытание успешно пройдено. Всем вам спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписаться. С вами был Александрович и Мурлыка. Всем пока.